машину. Доверчивый курянин даже не видел автомобиль, но перевел 5000 рублей на указанный счет. Затем связался с продавцом и договорился о встрече. Я поехал, выехал на объездную, заехал на заправку заправиться. И тут мне приходит сообщение: друг, извини, сижу в тюрьме, деньги нужны кормить семью, твои деньги пойдут на пожертвование. Еще несколько курян также пострадали от телефонных мошенников. Те представлялись сотрудниками банков и под различными предлогами выманивали личную информацию, указанную на картах. Я ничего не подозревавшая сказала номер карты, так как думала, что разговаривала с сотрудниками банка. СМС-сообщения с паролями приходили вам? Да. Пароль его называли? Да, называл. Я называл не именный, а автоответчику. Я назвала, к сожалению, только код с обратной стороны карты. СВВ-код, да? Да, потому что меня просто не смутил тот факт, что девушка мне назвала полностью номер моей карты, не последние 4 цифры, а полностью номер карты, и, то есть полностью лицевую сторону. Ущерб составил от 50 до 113 тысяч рублей. По каждому заявлению возбуждены уголовные дела. Полицейские проведут комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступлений. Будет проведена работа по возмещению ущерба потерпевшим. Станислав Костиков при содействии УМВД России по Курской области. События дня.